На главной городской площади официально открывается целый спортивный городок. Новый имидж центра города заставил горожан пожертвовать выходным. Воскресный день многие провели на Театральной площади. Здесь открыли спортивный городок. Театральная площадь – это, скажем, центральная площадь города. Во-вторых, у нас сейчас много говорится о спорте, очень много говорится о том, что нужно заниматься здоровым образом жизни. Но помимо всего, у нас получается так, что очень мало площадок, доступных для всех людей. На площади установили специальное оборудование. Под памятником вождю пролетариата теперь катаются на роликах и велосипедах, играют в стритбол и хоккей с мячом. Новинки особенно рады дети. Им теперь есть где разгуляться. Здесь место много. Открытие площадки совместили с празднованием Дня молодежи. И то, и другое отметили с размахом. Местные спортсмены устроили показательные выступления. Несмотря на то, что пешеходная зона на площади порядком убавилась, спортсмены уверены, и для прогулок место найдется. Пешеходы, они пускай тоже берут ролики, все остальное, велосипеды и катаются. Я считаю, что пешеходам у нас прекрасный город, можно погулять и в других местах. Помимо того, что на Театральной площади организовали прокат инвентаря, практически все лето здесь будут работать профессиональные инструкторы. Поэтому научиться кататься, к примеру, на роликовых коньках может каждый. Даже я попробовала. По словам организаторов, спортивный городок на Театральной простоит все лето, а зимой площадка уступит место катку и новогодней елке. Кристина Трушна, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.